Старший тренер молодежной команды «Зенита» Константин Зырянов. Константин Георгиевич, с победой. Первый тайм получился такой, как показалось, немножко закрытый, осторожный. Действительно, была ли такая задача, скажем так, сыграть осторожно? Спасибо за поздравления с победой. Я скажу, что и второй тайм не изобиловал голевыми моментами. Два гола были забиты после ударов из-за штрафной. Таких моментов я не могу вспомнить, что «Спартак» создал наших ворот. Мы создали еще один момент опасный. В принципе, игра была такая тягучая, такая, ну, соответствовало времени года такая игра. Обычно вот в перерыве можно было сказать, что игра идет до гола. Действительно подходит это выражение к этому матчу? Ну, в принципе, я сказал футболистам в перерыве, говорю, если кто физически окажется сильнее, да, помастеровите чуть-чуть, тому улыбнется удача, тот выиграет этот матч. Ну, у нас оказались люди, как оказалось, со средними, с хорошими ударами, забив два гола, и нам улыбнулась удача. То есть гол Даниила показался немножко удивлением стал? Я не скажу, потому что он до этого два тура назад здесь же забил с левой ноги на 90-й минуте. Хороший гол. Сейчас с правой. Такой становится ярко выраженный амбидекстер. Ненавижу это слово. После одного из матчей вы сказали, что присутствует такой азарт в игре молодежной команды в любом случае. И, наверное, красная карточка сегодня у «Спартака» этому подтверждение. Но, тем не менее, было ли в исполнении вашей команды сегодня нечто вот взрослое для РПЛ? Да, можно было увидеть, что самое главное, команда терпела. Было непросто, нужно было вытерпеть, да, и не дать сопернику шанса практически, чего они и не позволили сделать. Они сыграли почти как зрелые футболисты. Спасибо большое, Константин Георгиевич. Пожалуйста. Жаль, с победой.